«Не пером единым» – так называется выставка фотографий журналистов, открывшаяся в галерее художественной школы. Ее организаторы – Управление культуры при поддержке Мирнинского отделения Союза журналистов. Одна из участниц выставки – наша коллега Тамара Бессмертная. Рассказывает о творчестве через призму объектива. Информацию об открытии выставки фотографий местных журналистов город воспринял с интересом. Пришли те, кто ценит репортаж и креатив взгляда. Тем более, что авторы снимков всем известны. Как, например, Андрей Гибала фотографиями в газете или как Григорий Ивтоди многочисленными репостами в сети. Открывал встречу Ришат Юзмухаметов, глава района и сам бывший журналист. Приятно видеть их действительно, что это люди многогранные. Они не только хорошо пишут, делают репортажи, снимают, но они еще и открывают мир глазами фотохудожника. Каждый пишет, как он дышит, и фотографирует тоже. Дыхание, жизнь, авторский взгляд, будь человек технократ или лирик, продолжает цениться даже сегодня, в то время, когда информационное пространство переполнено разного рода снимками. Сегодня, конечно, меняется индустрия, которая выпускает фотоаппараты, и они становятся все круче и круче, все лучше и лучше. Но еще никто не придумал, вряд ли придумают те фотоаппараты, которые сами будут находить интересный момент, ракурс, точку съемки, интересный нюанс. Остается важным все-таки человеческий фактор. Остается важным участие журналиста или того человека, кто наблюдает. Многие из представленных фотографий – это рабочие моменты будней журналистов. И если у человека есть свой взгляд на происходящее, то внутреннюю философию действия он сможет воспроизвести визуально, через объектив. Открытием для мирнинцев стали снимки гостя Мирного Карлоса Фалгоса. Таким карьер-мир не видел никто. Как раз его карьер здесь обсудили, несколько раз его техническую сторону. Вообще очень приятно, очень здорово иметь дело с человеком, у которого взгляд издалека. Вообще люблю есенинские строчки, лицом к лицу лица не видать, большой видится на расстоянии. Вот именно за это я как раз тоже ценю и тех фотографов, которые приезжают к нам и видят нашу жизнь со стороны, причем с такого гигантского расстояния, с такой дистанции, и при этом подмечают и замечают многие детали, которые мы, может быть, не видим. Выставка действительно отличается вдумчивой подачей, корректной гаммой чувствования цвета и редкой на сегодня интеллигентностью. Галерея ждет гостей до 13 мая. Тамара Бессмертная, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».